1 сентября готовы. В Кослях заканчивают реконструкцию школы. Ход работ проконтролировал глава региона. Накануне губернатор с рабочим визитом побывал в Каслинском районе. Какие объекты еще оценил Алексей Текслер, расскажем в сюжете. И чтобы 2 сентября дети пошли в школу вместе с родителями. Большой праздник. Важный объект. Сколько копий сломано здесь вокруг него, да, поэтому надо, чтобы все заработало вовремя. Уже через несколько недель здесь проведут торжественные линейки. Ученики и родители не узнают новое здание школы. Здесь провели реновацию существующего здания, а также возвели двухэтажный пристрой. Появилась и современная котельная. Всего 136 контрактов было заключено на поставку оборудования. То есть мы начали контрактовать еще с своими деньгами под оборудование длительной поставки. Это в первую очередь кухонный блок со всеми вот этими историями. То есть, в принципе, успеваем. Решение о реконструкции аварийного здания было принято лично Алексеем Текслером во время одного из визитов в муниципалитет. К встрече учеников здесь уже все готово. Завершены отделочные работы в помещениях, закуплена мебель, интерактивные доски, оборудование для пищеблока. Здесь будете готовить? Да, здесь будем готовить. Люди есть? Люди есть, да. Все цеха, которые необходимы, да. Все необходимые цеха, горячий цех, холодный, все у нас. Губернатор побывал в Каслинском музее, который пользуется особой популярностью не только у местных жителей, но и туристов. А сколько из них именно туристов? Я понимаю, что Каслинцы 75% это туристы у нас, да. Ну как, каждый день? Да, каждый день. И сами, и автобусами, да, и семьями, как бы, очень любят. Ну откуда больше? Екатеринбург, Пермь, Челябинская область, Москва. Глава региона оценил и реконструкцию автовокзала. Основные строительные работы уже завершены. Сейчас ведется благоустройство территории. Дмитрий Бочко, 31 канал.